вырос. Установлены. Здравствуйте. Видеорегистратор подключен. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Так, смотри, направо есть? Я смотрю. Там нету. Нет. Там сзади здесь есть. Нету. Все. Едем в пятерку. Затарились на почте. Посылка пришла бесплатно. Вот. Вот этого. Крым-садовод, пришла посылка бесплатно. С саженцами. С 8 саженцами. Угу. Небось дешево стоит, поэтому они. Да не дешево, мы с ним договорились. А дешево? Ну, договор был. Он говорит, я тебе оплачу, ты главную рекламу мне сделай. Но я ему всю зиму рекламу делал. Вот. Он говорит, я тебе бесплатно пришлю. Ну ладно, бесплатно. Нет, я ему сказал, я там заплачу еще раз ему. А он говорит, да я же тебе, мы договорились там. Ну да. Типа вот. Ну, я думаю, ладно. Договорились, ладно уже. Да. Ну я взял морковь 5 штук этих семян и 2 свеклы. А зачем 5-то? Одну? Да в этот раз не взошло нифига. Одну. Я 10 сажал, и зашло там кое-что. Одну. Старые продают. Да. Надо замочить ее, попробовать. Не сухие сажать, а сутки, пускай помокнет в воде. Сутки. А потом это самое. С вами канал «Все для огорода». Да. Подписывайтесь, видите на колокольчик. Снимаю на видеорегистратор в зеркале. Дитма 303 Mirror. Мы же здесь никогда не ездили. Блин, прошлой неделе ехали. 4 дня назад. Не ездили мы. Забыла просто. Вот эти я не видела. Ну эти, конечно, конечно. Это же жизнь дорога. Дома прям рядышком, ну что так построили дома-то? Один загорится, другой сразу. Пусть нет. Ну не деревяшек, каменные дома-то какие, деревянные что ли? Ну а деревяшки тоже есть. Здесь в основном железнодорожники живут, и, наверное, все здесь. Какая работа здесь? Город маленький. Ну да. Шиномонтаж. Ну-ка. Так, там машин нет? Там вот есть машина. Угу, одна. Вот за этой можно ехать, вот а там. Тут. Сейчас вот эти проеду. Там есть тоже. Ну давай. Так, бензин у нас полный бак, нам не надо, сейчас в пятерку заедем. В какую, которую заезжали? А? В какой были? Не знаю, я помню, что ли. Ну здесь две есть. Я не помню, где бывает. А, я эти лампочку купил на светильник, на ночничок, и такой патрон тоже купил. Где поздно, где? Ну везде возишь, я все уже забываю. Особенно сейчас старый стало.